призеров Паралимпиады в Сочи ждут на Рязанской земле. Приглашение лично направил директор Михайловского экономического колледжа-интерната. Напомню, выпускники специализированного учебного заведения Светлана Коновалова и Александр Проньков стали чемпионами Паралимпийских игр в Сочи. На их счету 3 золотых, серебряная и бронзовая медаль. По итогам соревнований президент России Владимир Путин также вручил рязанским спортсменам правительственные награды. И в Михайлове в эти дни ждут не только возвращения своих спортсменов, но и других триумфаторов игр. Ну, то, что ребята выиграли, это вообще отдельная тема. Сейчас колледж гудит как улей. Сейчас желающих заниматься еще больше появилось. Хотя, уже говорилось, у нас такое, скажем, уникальное учебное заведение, таких 11 в стране, мы федеральные. Условия, конечно, достаточно серьезные, созданы правительством Российской Федерации. И не только для обучения ребят, но и для того, чтобы они проводили досуг. Это и спорт, и творчество.